this is how the tour starts. And I have my sister with me. Hello, Vika. She said hi. You didn't hear it, but she said it. Hey, Mom. Hey. 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 My mom is a true Bashkir. She can speak Bashkirian. And my dad, he's busy driving. And we bought some berries along the road. That's what you do in Russia. Really good deals on that. So this is, I just looked it up, the name. It's called honeysuckle berries. These are sour and a little bit bitter. Okay, really good berries. And the other one is small strawberries. Okay, thank you. Our first stop was in the city of Zlataust. We took this road and drove for 4 hours, covering a distance of 270 kilometers, or 170 miles. We were visiting my parents' friends, Galina and Valery. All of them used to study together. Galina offered to give us a tour of the city the next day and show us the national park, and Valery said he could show us his small horse tack company. We were so excited. Good morning, guys. We are in the city of Zlataust. We're staying at my parents' friend's place. Just woke up. So, and they told me this city has always been famous for Damask steel. And this knife is a perfect example of Damask steel. Hope you guys can see that. Can you see the pancakes? We got offered pancakes with varenya, or jam. Lemon. Strawberry jam, some lemon, slice of lemon, that's good. We got some cherries on the table. What else? Это коллаж фотографий, это связь определенных поколений. Очень интересно так на кухне, что это все есть. Галина. Пьешь чай и не забываешь ни про кого. Да. В то же время, когда блины ешь. Ну, то есть, это вся наша жизнь практически. Ну, не полная, до определенного возраста. В каком? Это было сделано, наверное, лет 15 назад где-то, мне кажется. И мы с мужем разделили всю эту доску на две половины, так условно. То есть каждый выбрал из своей жизни какие-то фотографии для него особо ценные. Ну, как бы по воспоминаниям. Вот эти все деревянные штучки, вот эту вот обсоюзку, вот именно дерево делал Валера. Вот эти старенькие диванчики, которые видели очень много задниц. Вот. Да, здесь было много народу раньше. Сейчас как бы меньше мы общаемся, потому, ну, в связи с тем, что и дети уже живут не с нами. Коридор у вас необычный? Коридор у нас необычный. Здесь сделаны своими руками светильники. Шарики. Ага. Ну, это задумка, опять же, Валерина. Я не знаю. Ему что-то так захотелось сделать. Потом еще, значит, в связи с тем, что мы живем на Урале, у нас не только горы, у нас озера, мы выбирали вот эти фотообои, они так висят. Озера. Это озерные, да. Ну, это прям пейзажи, похожие на наши. Да. Угу. Икону пришлось приобрести Валере в то же время. Ну, как бы это завершение вот этого его объекта. А, и плюс вот эти доги делал он сам. Вот ему было тогда интересно, вот он этим занимался. Так, это у нас гостиная. Это гостиная. Почему вот эта вот существует штука? Опять же, это связано с его архитектурными наклонностями. Он вот это вот, если взять и очертить, ну вот так вот соединить, это угу. будет круг. А круг, начало всех начал. И как бы это все, ну, сами знаете, да? Ну, что это лучше, все, ага. Это вот прям, да, вот, это круг. А, еще у нас мебель перетянута своими руками. Так. Да, она вся была мебель. Какая-то черная, такая темная, велюром обитая. Мы выбирали вот эту ткань. Ну, нам было, во всяком случае, это интересно. Но интересно, вот эта икона очень старинная. Она досталась мне от тетки. Я пыталась найти. По лику это Иисус Христос, очень она похожа старая, пока еще не определилась какой-то век. Это фотография, опять же, да. То есть старый. Это прям какой-то старый-старый век? Это старый век, и вот еще одна из старого века. А это уже такая история, продолжение истории нашей да. семьи, но пока не полная, может быть где-то дальше. И еще вот эта икона очень старая, называется, вот про нее я знаю больше, это Вознесение Господне. Есть такой православный праздник, ну вот, она мне досталась тоже от моих родителей.
Ну и вид из окна нужно упомянуть. А, вид из окна у нас прекрасный. Так что у вас пальмочка, что ли, здесь? Ну, 25 лет, 20, 22 вот ей точно. Ну, то есть, довольно-таки для нашей семьи взрослая женщина, эта пальма. Ну что, взглядим на вид? Взглядим на вид, но тут у нас белье же сушится. Вид. Там вдалеке, там вдалеке это город, и там, скорее всего, центр города, и пруд. Ну, видно вроде бы. Значит, вот если посмотреть на этот дом и сверху... Now I'm taking the elevator, while my dad is taking the stairs. Let's see who's faster. Look how much stuff we got in the car. It's like we're going on some major vacation, where in fact we're just going for a two-day trip. Well, that's what you have with a family. So that's a typical apartment building, Soviet style, 8 or 9 floors. And the problem is, at the time when they were building these, they didn't expect so many cars to be in the city, so you always have a parking problem. Красиво у вас тут. We have come to the National Park of Taganai, and it was founded in 1991. Now it's huge. The area is 568 square kilometers. We're in just one of the parts, and it's called the Black Cliff part. So we'll take this route and see what it's all about. Так, мы здесь. Можно идти вверх. Дорога в горы. О, классно. Люблю гулять. Погода. Rabbit, squirrel, lynx, bear, moose, or elk. I think it's elk in Europe. Команда путешественников. Вон путешественники, да, посмотри. Вот, еще путешественники, да? На руки возьму. Пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Look at all these vast spaces. It's just overwhelming. Всем привет! Здравствуйте! Когда каменная разрешит сбросить камень с моей души. Вы запеваете в ответ? Да. Громче. Там-то была прям настоящая. Молодцы, хорошо поете! У подножия расплескал, там внизу белей молока, чьица каменная река. Там внизу белей молока, чьица каменная река. Речка каменная, разреши сбросить камень с моей души. Посмотрите ко мне, не счесть, сколько душ исцелило здесь. И ребята, как бурлаки, тянут берегом рюкзаки. Пусть трудней не найти работ, только тянет нас всех вперед. Называется... Группа называется «Настроение плюс». А вы где обычно вот собираетесь? У нас мы прямо по Нет, старинке. Вот говорите фестиваль, а где он? Фестиваль, вот раньше, когда вот сейчас это настрою. Было, фестиваль у нас Держи. Проводился на Черной скале. Вот здесь да, вот именно. Здесь, да. Вот там вот, да? Или прям вот? Вот прям сюда, вот прям одно время. А мы из Челябинска. Нагрелась она черная на солнышке. Че, хочешь записать? Давай, мам, садись. Садись. А че, Галя, ты куда? Надо куда садиться? Хоть куда, все видно. Ну ладно, вы сидите. Давай я к тебе. Давай. Да.
Обе скамейки видны. Залетает синее вьюга клавиши крыльца. И гитара водит по кругу песню без конца. Бьется крылышком, свечка, бабочкой стекло. И дымится старая печка нам дарит тепло. Молодцы! Так, теперь, значит, здесь все отлично, вот когда особенно солнца нет, вообще замечательно. А песня остынет, уйдет никуда, вдовою соломенной подразнят сады новизною плода до вечной оскоминой. И снова сентябрь постучится в стекло судьбою нескладною. Ах, сколько ж вина по усам утекло, порой листопадною, порой листопадною. А сколько их будет потерь и утрат, и строчек с горчинкою умчится из города бал маскарад, блеснув паутинкою. Погаснут и краски в окрестных лесах, забытой лампадою. А листья, как искры, палят в небесах, кружась и не падая, кружась и не падая. Ла-лай, ла-ла-лай. Забытой лампадою. А листья, как искры, парят в небесах, кружась и не падая, кружась и не падая. Супер! Все, молодцы! Вот на этом... Концерт закончен. Вовремя мы пришли. На концерт попали. А мы-то как вовремя пришли. Это теперь где вы будете смотреть? А я оставил ссылку, можете посмотреть потом. Да. You know, this park of Taganai is surprisingly well taken care of, and it's just clean, it's peaceful, we met some awesome people. The park is just as good as any American park. So the only complaint I have so far is the restroom. It's basically a hole in the ground, so they should work on that. The rest is great. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Ну что, расскажите про производство, чем вы занимаетесь? Ну, надо не рассказывать, показывать. Тогда пойдем и покажем. Да, пойдем. Все, все готовы? Да. Тоже готовые изделия у нас все, да? Ну, это седла, уздечки, нагрудники, ну что тут, подхвостники, тут всякая такая узда, всякая разная. Это вот поняшка. Ну вот этот уже заказали, надо его комплектовать. Вы знаете, что имеете в виду? Ну, на выезды, Новый год, там, праздники, свадьбы катают. А, направление такое, да? На праздничное. Красивую лошадь украшают. Да-да-да. А седло это из чего они? Это простое. Кожа, да, это? Да, это кожа шорная, кожа толстая. Вроде риски, да? Все это мягкое. Валера говорит, они делали партию сёдел для полиции. Ну, это вот примерно такого вида, только Волгограда. Вот по такому принципу. Там конная полиция, вот сёдла делали здесь. Полиция Волгограда? Да. Интересно. 18 штук. Так, это сам процесс. Да.
Всем здравствуйте. Здравствуйте. Не пугайтесь, просто камера. Это нагрудники украшены. Там один, кстати, висит. Это вот Владивосток заказ. Во Владивосток? Да. Ничего себе, география, да, заказов? Да у вас вообще география, блин. Отовсюду. Калининград, Питер, Москва, Кавказ все равно то ли рассказал. Много всего. А все, получается, делается вручную, да? Ну, не совсем все, но вот такие работы, да, где требуются вот площади и это самое. Угу. Площадные атакции. Ух ты. Как заплетают, можно Здравствуйте. Посмотреть. Так, здесь заплетают, да, у нас? Да, вот это вот. Там сам каркас седла. Ага. Это вот мы делаем, это мы делаем. Все полностью готово. Каркас это заготовлено. Угу. Ну все, и вот вырезается ленчик и заплетается, чтобы удобно было сидеть. Натяжка вот эта вот, у него уже собранная, только верх закрыть. Заплетет, наденет подушки, наденет крылья, вот это накладки на полки. Угу. Вот здесь и стременные ремни, подпруга и стремена. Ну и тоже механизм вручную. Небольшие заготовки порубать можно. Как о вашей фирме узнали все заказчики? Слухи, вот со временем. Слухи. Да. Так, Сарафанное радио. Да. Ну вот я и говорю, что да, то есть время работает, на. Страна небольшая, все друг друга знают. Страна небольшая. Под седло плотник кладется. Вот это его покрытие. Сейчас плотник покажу, который под седлом. Оп. Меня Татьяна зовут. Здравствуйте, Татьяна. Да, работаете? Давно работаю. Такой плотник. Угу. Вот сначала он на спину кладется. Угу. Тут войлок, а это, седло, это да, защита, правильно? А потом седло, угу. Да. А ремень, который держит седло, вот это, под брюхо проходит. Это подпруга называется. А, подпруга? Да. Понял. Здравствуйте, вот она, вы про меня кино вот снимаете. Все ее искусство, вот оно в коридоре да. Висит. Да, ловкость, да. Украшение. Никакого волшебства. Вот так вот. Вот, пожалуйста, нагрудник. Да. Вот. Все, спасибо. У нее просто разные украшения. Да, металлические. Металлическая пукля. Пукля называется. И вот у нее наборы, вот они всякие разные. Формы, размеры. Вот она придумывает, что бери и совмещай, чтобы было красиво. Это делается только в России. Да. Вот вы обратите внимание, нигде в других странах вот этих украшений не ставят на лошадиную амуницию. Это только русская традиция вот, украшать. Так же, как тройка, характерно да, только для России, да? Да, только для России. Нашего запряжённого. Хомута нет, это для беговых. Рысаки. Вот она же вот с отделкой. Тут вот шорка идёт. Ну, улыбается. Да. Блюдо голубец. Надо добавить сметаночки. И будет отличная комбинация. О! Вот так вот. Ням-ням. Да. Это у нас баклажаны и малосольные огурчики. Да, баклажаны в чесночном там каком-то соусе. Прекрасный обед. Now let me tell you a little bit about the city. Zlatoust is a small town, 160 kilometers west of Chelyabinsk. With a population of 160,000 people, the population has been declining since the year 2000, when it was around 200,000. Even the center of the city had a lot of shabby buildings that have seen better days. But the location is what makes this a nice place. It is in the Ural Mountains and is surrounded by ski resorts, national parks, and lakes.
By the way, look to your right. It's the city prison, this square-shaped white building. There are a lot of military-related factories in the city, and now they're trying to develop tourism. So let's fly around and see the city from above. Well, this structure deserves a little bit of attention. This one guy is building this four-story wooden house, ignoring all rules and regulations. Locals say he's a nutcase. Ignoring all rules and regulations. Freedom! Then we headed off to Bashkiria, or Bashkirtistan, driving on M5 highway. This is one of the major highways running through the country. It was taking us through the Ural Mountains, and while the highway was low quality, and it's got a lot of trucks following each other, and there's really no way to pass them. But on the bright side, the nature was incredible. And luckily, I had my drone with me. So let me show you some of the footage. All right, let's enjoy it. А что, боитесь камеры? Зачем меня снимать? Ну вы же, ну... Сотрите, я против. Ладно, вас не будем показывать. Ну, сотрите! Я же говорю, не буду показывать. Сотрите! Хорошо, договорились. Сотру. Иначе я вас это по номеру машины определю. Так сотрите, я сказала. Мы же не прячемся. Сотрите. Хорошо, все, я стер уже. Стер. Just had a crazy incident with this lady selling samovars. She got so mad that I filmed her. Now she wants to call the cops, and she said that some of her cops are her friends. She's threatening me, so we gotta get out of here. Great hospitality. Oh, stopping for a lunch break. Hey, Vika, enjoy your meal. Thank you. All right. We got some pies, we got some coffee. It's been a really long drive. Mom, are you tired? Are you tired? Milak. Not anymore. Wow, what a view! This is like the Russian Switzerland. Now we've been driving from Yekaterinburg through Zlatoust, and now we're in Chelyabinsk Oblast. Soon we'll be entering Bashkirtistan, and this is where we're going. It's about 130 kilometers to Ufa from here, but I had to pull over once I saw this landscape. This is just so picturesque, it's unbelievable. Look at these. All those green hills and the trees, and then there's the village down below. Let me show you. Wow. Hey, Mom! It's me! It's you! Okay. Сплескал, там внизу белей молока, Птица каменная река. Там внизу белей молока, Птица каменная река, речка каменная, разреши сбросить камень с моей души. Посмотрите ко мне, не счесть, сколько душ исцелилось здесь. И ребята, как бурлаки, тянут берегом рюкзаки. Пусть трудней не найти работ, только тянет нас всех вперед. Только тянет нас всех вперед, очищение от забот. Заметает синевьюга клавиши крыльца, и гитара водит по кругу песню без конца. Бьется крылышком, свечка, бабочка и стекло. И дымится старая печка, нам дарит тепло.